Одна жизнь. Я вижу, Серега, прощай. Убил Серега. Как? Нечестно. Я видел, как он тебя убил. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Редиска, Steam Куёк, King Gunfire, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровкайтесь. Всем приветики, омлетики. Здоровка. Хай-ю-хай. Вы будете убиты. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Очень прикольная карта, это как будто воздушный лабиринт. Если тебе опять кушать, приятного аппетита, мы начинаем выживать в воздушном лабиринте. Пацаны, разбегайтесь. 5, 4, 3, 2, 1. Так, внимательно, ребята, контролируйте, куда он побежал. Вот он. Побежал. Я его вижу, да. Он за тобой, Дим, побежал. Не, ничего страшного. Нет, надо бояться. А что ты именно за мной побежал? А ты всего ближе всех был. У меня осталось две жизни. Не надо. Ой-ой-ой. Одного убили. Убил? Да ладно, это было очень близко. Ну ничего. Я затащу, я его вижу. Давай, Серега, ты проиграешь. Нет, я от него убегаю наоборот. Я вижу, Серега, он упал. Ну ладно, ладно. Ты что, дурак? Блин, я испугался. Хорошо, да, все по-честному. Опять он за мной бежит. Да отвали, ну пожалуйста, отвали, фиолетовый человек. А я буду по кругу бегать, как дурачок. Блин, упал. Так, Серега, будь внимателен. Да я думал, я упаду именно на плитку, но упал, блин. Опять за мной бежит, ну ты смотри, какой подлец. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ты что, дурак? Ты можешь полегче, но не гоняться так сильно. Бедный Димас. Да отвали ты от меня, пожалуйста. Дима, ты кругами бегаешь. Я знаю, а как мне бегать напрямую, если тут нету прямых? Ай, блин, я упал. Второй раз. Да ну, Серега, ну не считай так четко. Ну что, вон он бежит, я его вижу. Китай мой. Упал. Пацаны, что вы тут стоите? Я буду с вами тусоваться. Ну, клипик ко мне сразу подлетает, да? Хитро. Ну да, я же знаю, он такой. Иди. Серега. Да. Отойди. А я в Караганде рыжий. У меня осталась одна жизнь. Я вижу. Серега, прощай. Убил Серега. Как? Нечестно. Я видел, как он тебя убил. Я видел, как он убил тебя. Он, короче, бил, а когда ты перепрыгнул, он взял в другую сторону ударил. Димас, ты сейчас упадешь. Уходи. Уходи, да. Вали отсюда. Я его вижу. Они бегут? Так, у меня есть зона до отступа. Зло. Ай, блин. Серега, иди сюда. Все, минус сталкер. Отлично, молодец. Понеслась. Понесся Пурпл Гай по трубам. Упал. Вот это прикол. Ребята, мне нравится. Вот это прикольная 5, карта. Ты. Повезло. А где эта фиолетовая находится? Найдешь, в пилпаке. Дим, посмотри наверх. А ты зачем так читеришь? Это же нечестно. Ты упал. Так не делай больше, начинай снизу. Да, вот отсюда будет. Это читерство наполовину. А я же говорил, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, 5, 4. Даже Серега упал. Я уже десятый раз упал. Так, я вижу, бежит. Ну, у меня, как всегда, есть зона отступа. Я профессиональный. Опять упал. Ребята, выживаем, как всегда. Не, ну бывает. Я как Рахит бегаю, серьезно. Мне нравится. Где все? Сережечка, ты где? Сталкер, бери это, Пурпуга, я тебя уже взял. Я уже третий раз упал. Да что ж такое? Так, я думаю, что я допрыгнул туда вот по красоте, если бежать. Они падают и падают. Серега. Да. Тяжело бегать, да, за филетового челика? Да что ж такое?
Димас, они все к тебе идут. Не, они не смогут дойти. Ребята, спрингтраба не берем. Да-да, таба. I will kill you. Ну что, пацаны, вы идете ко мне или нет? Я вас жду. Ну давай. Подлец. Народ. Давай, побежал. Так. Один. А, ну шо, а у нас, походу, только... А, эрорчик остался. И я. Потихоньку к Диме идите, потихоньку. Без шифта, без шифта. Идите. Отлично, отлично. Давай, без шифта. Ага. Я могу так бесконечно ходить. Опа. Опа. Есть. Есть. Вот это было эпично, ребята. Это было красиво. Меня столкнули. Нет. Дима, ты третий раз упадешь, проиграешь. Да зачем ты это сказал, всё. Серега, зачем ты это мне сказал, подруга? Всё. А ты что думал, я забыл? А по-твоему, я забыл, что ты два раза до этого упал? Да, Серега, ну я же не хотел. Кто попробует допрыгнуть? Ну все равно, Серега, кто еще остался в живых? Может, никого и нет уже? Паук какой-то. Нет, я. Паук? Да. Давай, редиска, пытайся. Угадайте, что в конце ролика будет, ребята. Я бандаж. Не умею. Нет. Просто человек уже третий раз тоже упал. Да, я знаю, я говорю, я еще не умею, пока что не сумру. Ну так все, ты проиграл. Это вообще хорошо. Все, так... Дима, все проиграли. Нет, ну что, нет, еще нет. Кто-то есть живой? Я еще живу. Мы до Димы допрыгнуть не можем. А где он? Вот, да что ж такое, камера. А где он? Его можете подсказать? Так, это вообще... А он бегает снизу. Поднимаю его. На меня идет. А, пропустил его. Так, давайте я буду помогать, пацаны. Только я не вижу, где он, конечно. Ловите его снизу. Ага. Ну что? Пошел наверх, да? Вижу его, я его вижу. Ребят, на пробел вы не прыгаете. О, редиска упал. 3, 2, 1. Кто упадет, тот проиграл, а кто выигрывает, тот лучший. Я упал, да ладно, что сразу проиграл? Да мы не говорили за лоха, ничего, Серега, сразу лох. Серега, а ты где? Я буду за тебя болеть. Нет, я тоже. Я упал. А, упал? Вот, я вижу, битва идет. Я скинул челика, а этот челик меня скинул, Дима. А, ну все, проиграли. Бывает. Не-не-не, я все уже. Ты драться решил со мной? Раз. Драться будешь? На тебе, подле. Нечестно. Ах ты, Дима. Так а зачем ты мне бить хотел? Ладно, нечестно, бери заново. У меня было... Повезло. Так, упал. Раз, два, три, четыре. Чё дерёшься? Это не бомбия. У нас ребята как на Махадале. Не, ну прикольно же подраться. Ну чё ты? А кто остался? Радикс? Да, Радикс. Я ещё остался. Ты второй раз взял. Всё, ты выиграл. Радикс выиграл, походу. Да? Да. Ну что, 3, 2, 1. Битва на жестких аниматрониках. Так, надо, знаете что, проявлять очень большую аккуратность. Так, минус, ребята, один. Кто проигрывает, тот проигрывает. Да я уже проиграл. Дима, ты Мих убил, а Миха тебя убил. А это возможно? Да. Офигеть. Серега, ты живой? Да, я еще живой. Так, я хочу посмотреть, как ты играешь. Так, я наблюдаю. Так. Серега живой еще. Наблюдаем, где Серега. Вижу. Я упал. А, ты упал, все, Радекс еще живой. Я по сути выбыл или нет? Да. Не понял. Да, все. Я тоже выбыл. Ну что, выиграл кто? Радекс убил его и упал. Радекс, блин, опять. Да что, ничья получается? Да.
Ну все, ребята, получается, победила дружба. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Миша. Одновременно, Серега, давай, ломайте. Как поломайте, ветер. Поломайте, да? Все. Испоганьтесь. Миллионеры, да? Конечно. Так ломать они первые бегут, давай.